Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос. Мы продолжаем проходить игру Resident Evil Village на максимальном уровне сложности. И похоже, что нам надо пережить еще одну атаку зомби. Причем они от нас не отстают, они прям бегут, пока не поймают. Так, надо вылечиться, получается, да, для начала. И подбирать предметы быстренько. Они сейчас будут нападать и орать. Так. О, они уже это разбивают. Уходим в другой дом. А их это еще больше злит, как я понимаю. О! Нет, отстань. Так там, я так понимаю, все, один удар и все, да? Да. Да, прикинь. Надо уже лечиться. Там один удар и все. О! Нифига себе. А, мы не можем лекарства сделать. Я понял. А, не, можем. Жесть вообще. Опять лечиться. Ну что, убегаем тогда отсюда? Они еще и лучники. Это из Мордора. Жесть. Я закрыл, что ли? Опа! Не попал, прикинь. Я не попал. И что мне делать? Бежать. Я бегу. Ну куда я бегу? Там кто-то еще появился. Нифига, это что? Это что? А можно я просто убегу отсюда? Нифига себе. Можно я уйду? А, закрыто. Она у меня сейчас убьет. Опа, нет, не сюда, я понял. Так мне не выйти отсюда никак. Вообще никак. И дверь закрыта.
Жесть. Я выжил? Я выжил, прикинь. Я выжил, походу. Это что за Dark Souls вообще? Или я буду с ним драться? Дед. Нифига себе они. Вот это они прыгают. А что случилось-то? Я вообще не понял, как это проходить. То есть мне нужно было просто выживать определенное количество времени и бегать от них. Как же это сложно-то, а? Офигеть. Просто офигеть. Эй, постой! Какая-то старуха. Не оборачивайся, получено достижение. Ух. Без аптечек. Просто без всего. Защищаться нечем. Но кое-как с 30-й попытки, наверное, я вот эту всю дичь прошел. Что теперь остается? Они все отсюда повыходили. Эти зомбики. А, там закрыто вообще, да. Они так и не сломали, кстати. Они всегда по-разному игра развивается. Они иногда через окно ломятся, да? Иногда они могут пройти через стену. Они могут стену разбить. Всегда по-разному. Так, а вот здесь вот был жесткий такой. Он остался? Нет, он ушел, смотри. Нет, все нормально. То есть можно уходить. Так, в этих домиках уже больше ничего нет. Поэтому и двери открылись. Вот я все ждал, когда же откроются эти двери. И они, наконец, открылись. Так, здесь мы, по-моему, тоже смотрели, нет? Да, это вот этот вот дом. Да-да-да-да-да. А, там, кстати, что-то есть. Заметили? Ну, дом-то закрыт. Вот что обидно. Так что мы туда пройти не сможем. Там предмет какой-то остался. О. Видимо, я его не взял. Видите, все. Все развалилось. Тут не пройдешь. Ладно, пойдем в ворота тогда. Просто хотел предметы пособирать, чтобы было чем отбиваться. Вот, мы бы сюда еще могли бы заскочить. Вот. Но тут эмблема какая-то нужна. Заперта. Значит, мы сюда еще вернемся. Вон бочка для обороны от зомби. И в том доме тоже бочка была. Так, старушка, ты кто вообще? Кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Это Гул'дан. О, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды. Они идут. Они только ушли. Нет, стой. Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. Зачем ты закрываешь? Роза здесь? Открой. Я понял. Офигеть. Так там же эмблема была.
Че, мы уже не вернемся туда, что ли? Я думаю, вернемся. По-любому. Только, пожалуйста, без зомби. Я понял. Мне нечем защищаться. Мне нечем защищаться. Ты можешь это понять? Мне защищаться нечем. А он тут явно не один. Естественно. Естественно, он меня сейчас убьет. Мне даже прятаться негде. В тот дом не стоило заходить. Я понял. Можно спрячусь просто, а? Ну, спасибо, что хоть отстал от меня. Что-то знакомое. Нужен предмет. Опять эмблема, смотри. Да, тут тоже закрыто. И персонаж восстанавливается от суперкритических повреждений. Критический урон. Так, герб с девой. Если в деревне случится беда, отыщи родовые гербы. Один из них находится в церкви, другой в доме Луизы. Так, church. Это мы сейчас в церкви, да? Так, тут какое-то кладбище, дома. Подожди. А так это назад идти надо, получается. Вообще странно как-то. О, так это же это. Это... О, это же Димитреску. Да. А это кто, я не пойму. Старуха, что ли? Этот мужик в трейлере был, по-моему. Ну-ка, подожди. Это безопасная комната. Сюда зомби не пойдут, кстати. И, в принципе, можно в этой комнате от них как раз укрыться. Они просто, ну, по идее, не должны сюда заходить. Ну, просто потому, что в резидентах всегда так было. По-моему, даже Немезис не посмел заходить в комнату с пишущей машинкой. Ладно. Ну, плохо то, что я ранен. Вот это плохо. Здесь тоже мы не пройдем, да? Или, подожди, тут герб, не? О. Ну, нет, тут шестикрылое существо. Этот герб сюда не подойдет. Можно, конечно, карту посмотреть, да? Тут один герб, тут другой. Короче, ключи. Кладбище, ага. Старый город, запад. Тут отмычка, да? Тут эмблема. А вот тут мы не были, походу. Но мы еще не все это место, на самом деле, просмотрели. Надо еще в дом зайти, откуда выбежал. Чего? Крепость, кладбище, мельница. Graveyard, mill. Ну, туда мы не можем пройти. Так, тут что, замок Димитреску. Видимо, это вход в замок. А мы можем... Нет. А, то есть надо несколько гербов, да-да-да. Как и написано в письме. Так. В смысле? А, даже так. Ну, вот так, наверное. Тут их два. Второй в доме Луизы, да? Ладно, сейчас посмотрим. Предметы тут прям так спрятаны, что их и не видно. Тут все такое мрачное по цветам. Так что надо побегать немножко, предметы пособирать. А что мы нашли? Реагент. А, реагенты не для лекарства. Так, статуя. Обычно со статуями всякие секреты связаны, как правило. Так, тут дом должен быть. Дом. Откуда выбежал? Он отсюда выбежал.
Если его тут нет, то нам очень повезло. Да, я заметил, что если ты не можешь побить зомби, ты можешь от него побегать, он как-нибудь сам отстанет. Замок несложный. Ага, отмычка нужна. А тут только ничего и не было. О, великие оборотни, жуткие волки из древних легенд. Пусть они придут сожрать нашу плоть. Придут, чтобы порвать нас в клочья. О, реагент. На это можно аптечку сделать. Но пока рано. Пока рано. Потому что рано. Персонажи так кое-как держатся, да? Хорошо, здесь тоже мы поглядели. Так, то обратно мы вернуться не можем. Мы вроде вправо не ходили, да? Понятное дело, что надо пользоваться картой, господа, я понимаю. Но надо все равно внимательно игру осматривать. Так. Вот, видишь, вот что-то важное. Ржавые обломки. А из них что-то делается, наверное. Так, и вот тут мы не были. Вот тут что-то такое. Мы создали эти козьи обереги, чтобы защитить деревню и людей. Всякий, кто сломает их, познает гнев матери Миранды. Ну, я так полагаю, что... Получено достижение. Циник. Так. Пока что я тут вроде как все обошел. А теперь на карту можно посмотреть. В принципе, тут какой-то третий путь. Вот мы на него и глядим, да? Да, вот. Вот. Надеюсь, тут никого нет. Ржавые обломки. Ой, ну нет. Ну я не могу защищаться сейчас. Какая атака? Ну вы о чем? А, ну ладно, хоть так. Но это тоже... Это тоже... Не... О! Это уж посерьезнее. Ой, плохой знак. Плохой знак, господа. Это шкаф, который можно задвинуть. Ну, хоть миной можно защититься. Сейчас я выйду, он как? Нападет, да? Можно мину поставить. Я понял тебя. Ловушечка. Порох. А он может уже изготавливать? Или там из реагента? Ну, туда я, наверное, не пойду. Там кто-то рычит. А вот там, по-моему, ящик я вижу. Это ферма Колдвинд. Я просто не хочу... Я не хочу их сагрить, понимаете? Тем более, поэтому... Там понятно примерно, где они. О, уже легче. Уже полегче. Но битвы не избежать, я так полагаю. О, это что за Саурон? О, я не успел. Ребята, я не успел. Все. Да жри. Давай.
Ой, оно живое. Нет. Я понял. Туда ходить не надо. Даже мина эту тварь не берет. Короче, надо как-то мимо них пройти. Вот только как? Или просто пробежать? Ага, там кто-то есть. Мы уже не пробежим, да? Ой! Привет! Да ладно. Закрой дверь. Ну. Эй, ты что здесь делаешь? Назад. Нет, не трогай. Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. О. Черт, это очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. Мне вот что интересно. А этот дом, он как вообще работает? Сюда зомби не заходят. И все вот эти вот зомби, которые тут были, они пропали? Просто потому, что я успел пройти мимо них и зайти в дом, прикинь? Это так работает в этой игре. Укройтесь в доме Луизы. Ага. Ну да, тут смотри, прям укрытие это хорошее. И предметов куча. То есть даже не нужно было сражаться с этими зомби, да? Хотя там бронированный какой-то. А, просто надо было пройти мимо. Так, а тут... Опа, тут ворота, смотри. Я ж могу их открыть, правильно? Хотя, по-моему, это плохая идея, если они сюда все... Идем, скорее! Так это уже другой дом, получается. И закрывать надо. Быстрее ты не мог. Ну, извините. Да ерунда. Закрывай теперь. Сейчас бра! Он будет биться, да? Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь ведь безопасно, правда? Ну, относительно. Относительно. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно. Нам нужно попасть внутрь. Так, погоди. Семейное фото. Герб сделай. Так. А, тут герб? Да, точно, папа, точно. Потерпи еще чуточку. Это же церковь. Или нет, это дом Луизы. Церковь была до этого. Нам надо в этом доме Луизы найти что-то, что откроет... Так много крови. Эту штуковину. Реагент. Я так пол... Возможно, из реагента и пороха делаются патроны. А может быть, только аптечка. Пока не знаю. Заперто. Открывай! Эй, кто-нибудь дома? Сова, медведь пришел. Нужен знакомый голос. Луиза, открой мне, это Елена! Опаньки. Тихо, не ори. Они могут услышать. Юлиан, спокойно. Кто это? Это друг. А ну назад. Отец! Юлиан, бога ради, впусти нас. Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех. Мой отец умирает. Нас это не волнует. Кто-то пришел?
Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Хватит. Они наши друзья. Прошу, входите. Ну же, сюда. Ты не из деревни? А, нет. Я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну, раз ты друг Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. Ну, наконец-то мы... Я схожу к остальным. В укрытии, в надежном. Достаточно надежном. О чем говорит нам пишущая машинка? Да. Уютненько, уютненько. Луиза, они снова пробрались и унесли скот. Если так пойдет дальше, боюсь, нам до конца зимы не дожить. И Эрнест до сих пор не явился. Везде его обыскались. Неужто матерь Миранда отреклась от нас? О, статуя. Сюда. Погоди, я тут очень важным делом занят. Изучаю фотоальбом. Мельница вон. Вот сюда, все уже ждут. Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Тихо, Антон. Он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан. Я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блять! И ты! Пустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья. Ну а завтра... Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом... Столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. И рва... А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то... Он за подмогой. Да, он пошел за подмогой. Он скоро придет. Помолимся. За него. И за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. Боги, услышьте нас, взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти мы вас славим, Мать Миранда. Чай. Наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что такое творишь? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Он что, в зомби? Нет!
Да ну. А, ну да, его же укусили. В смысле, а никак от него... Отпусти! Елена? Отвали! О боже, мне очень жаль, отец. Слушай, слушай, это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Елена, Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет, нам нужно выбраться. Мы сможем. Мастерская, как седьмого резидента. Надо выбираться. Кстати говоря, очень похоже. Да, слушайте, вот, по-моему, сюжет этого резидента даже жестче, чем в седьмом. Причем начало такое сложное. Ну, понятно, что это из-за сложности, но в седьмом резиденте с зомбиками можно было как-то воевать, а тут нет, тут нет. Так, рановато еще машину заводить. Сейчас мы тут все неспешно осмотрим, да, чтобы не пропускать. Так. Нам бы пробить эту стену. А чем? Машины, что ли? Так, здесь вроде все осмотрели. Что у нас тут? Возьми отвертку с брелока, если понадобится. Ага, тут ничего. Тут тоже пусто. Так, брелок надо искать, да? А, еще ящичек. О, ключ от грузовика. А, отвертка. Все вроде, да? Так, все, тут все, ничего нет больше. Возвращаемся в мастерскую. Тут что-то ой. Быстро разгорается. Да, слушай, такого не было. Но уже все горит. Так, ключик. Пора уезжать отсюда. Заведется? Что ты задумал? Отойди. Я попробую. А, ну да, да, ломать будем сейчас. Ломается. Итан! Итан, ты в порядке? Я цел. Помоги подняться. Относительно. Надо выбираться. Теперь только наверх. А, мы крышу пробили. Держись, залезай. Идем. Спокойно, постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь.
Когда выберемся, может, познакомишься. В смысле, так Мию же убили, разве нет? Давай, выдержит. Вон, это выход. Слава богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить, их там много. Эй, эй, не говори так. Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, слышишь? Она в том замке. Нет, в нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Кто-то... Я не хочу сидеть одна, пока ты... Кто-то тут уже есть. Отец? А, да ладно, это опять он. Елена, нет. Отец мертв. Это уже не он. Елена! Позвал меня! Отец! Стой, сейчас все рухнет. Стой там! Давай! Дай мне руку! Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну! Давай руку! Твою мать! Я был уверен на 99,9%, что... Почему все вокруг умирают? Что Елена выживет и станет дополнительным персонажем, но второстепенным. Я ни хрена не понимаю. Но такого я не ожидал. Сохранение. Я не понимаю. Ничего тут нет. Дом Луизы. Мы еще в доме. Надо выбираться. Так. Надеюсь, тварей этих нет. Сейчас посмотрим. Отсюда хороший обзор. Это бред какой-то. Дожись вообще. Какого хера это снова началось? Черт! Так, а, отвертка есть, мы теперь забираем герб, правильно? Ну, там уже все, сохранения нет. Так, угу. Герб забираем. Есть еще тут секретка одна, я пока не понял, как ее открывать. Может быть, кнопка там рядом где... Это человек. Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Это... Димитреску, что ли? Кто это? Что это было? По-любому Димитреску. Там шляпа широкая. Кстати, а раз уж эти... О, мы тут не были. А раз уж эти твари отсюда убежали, мы можем спокойно обыскать эту локацию. Может, тут ящики будут с припасами. Да, вон, что-то там есть. Ржавые обломки. Здесь уже мы были, здесь уже ничего нет. Так, здесь посмотрим. Здесь вот этот ходил, патрулировал. Бронированный. Как с бронированными сражаться, я вообще не представляю. Это какая-то дичь. Так, ну и вроде все. Тут ничего уже мы не найдем. Да. Там забор, туда не попасть. Так, мы... Опять старуха. Смерть настигла их всех. Это ВИЧ-докторша, короче. Жесткая.
Так, где там пишущая машинка? Подожди, а тут... тут, я так понял, нет этого, как его называют, рюкзака? Точнее, не рюкзака, а этого... Ящика, ящика тут не вижу. Значит, по поводу герба. Здесь есть такая... Такое здание, точнее, постройка. Вот она. И там что-то есть. Возможно, что-то ценное. Непонятно. И вот это что-то открывается. Вот по-любому должна быть где-то кнопка, да? Но я, честно говоря, не понимаю, где эта кнопка может быть. Обычно эти кнопки там на всяких статуях, например. Но сейчас по сюжету мы должны... Не понял. А где тот герб? Я понял. Мы должны сразу два герба вставить. Угу. Так. Ага. Эта дверь ведь ведет в замок Димитреску, правильно? Это же мы ее сейчас видели. Только как она сквозь закрытую дверь вышла. Вот это вопрос. И смерть, да? Видимо, это вход в замок. Так, я понял. Я так понял, с деревней пока разобрались. Я сейчас поищу, побегу немножко. Если найду кнопку какую-нибудь, она тут по-любому должна быть. Что-то тут должно быть, чтобы открыть вот эти вот ворота. Вот, не найду, пойду дальше в замок. Ходил, искал кнопки, так и не нашел. Нет тут никаких рычагов. А может, я их просто не вижу. Так, мы, господа, отправляемся в замок Димитреску. Двери закроются? Не, я смотрю. Нет. Ну, путь-то тут не близкий. Главное, чтобы... Не было всяких тварей. Хотя я представляю, что там внутри замка. Там вампирши какие-то, по-моему, должны быть, да? Всякая всячина, короче. Заперто с другой стороны. Надо же. Опа, это я мужик. Думал, никто не выжил. Мужик из трейлера. Ты, видно, не слабак, да? Магнета, да? А ты что за мудак? Оу, так ты не местный. Еще лучше. Матерь Миранда будет очень довольна. Да не ной ты, почти пришли. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же, я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим ему кровь и наполним ею для вас бокал. Да заткнитесь нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше... Отдай его мне, и тогда все поразвлечутся. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелище? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да-да-да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь. Матерь Миранда, я протестую.
Гейзенберг еще дитя, а его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты противишься решению Миранды? Для тебя твои железки важнее, чем любая ответственность. О, конечно! А ты все жрешь! И тебе вечно мало! Эй, меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо, мать. Твари и господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Из какого ты текста? Итан Уинтерс. Готовься. Нет, стоп! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Начали! Я понял, бежать. А, Господи Боже! Беги! Беги или умрешь! Что это за испытание такое, я не понял. К чему его готовят? Ай. Немножко замешкался немножко. Реально, это Мордор. Надо рычаг искать, да? Тут ничего нет. Тут реально ничего нет. И тут не пролезть. Так, походу, с первой попытки у меня не получится. Может, получится со второй. А, ну правильно. Он просто не разбивалось оно. Сука! А, эта штука дальше едет, да ладно. Они не соврали. Ты правда живучий? Оу, ты же не надеялся, что я тебя отпущу? Мне нужно развлекать Донну и Моро. А? Поэтому мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал. Обожаю свежий фарш. Непонятно. Почему ящики не ломались? А? Да уж, они не соврали. Ты правда живучий? Оу, ты же не надеялся, что... Почему ящик не ломается? Мне нужно развлекать Донну и Моро. Поэтому мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал. Обожаю свежий фарш. По-американски! Опасно. Надо еще и пролезть. Вроде же. Стоп. Роза у этих психов? А, я понял. Точно, ножек-то у него нет больше. А, у нее все есть, смотри. Значит, Димитреску не самое у них главное.
У-у-у, что-то мне это не нравится. Или все сломалось уже? По-моему, все сломалось уже. Тут уже ничего не работает. Теперь открыто. А, так мы вернулись обратно. Итак, на чем мы остановились? Рычаг. Так, рычаг. Я просто проверяю микрофон. Работает ли он? Не понял. Это кто такие? Это пугало. Я думал, это уже кто-то это. А где озвучка? Так, надо тут немножко побегать. Погоди, я слышу что-то. Тут это игрушка, что ли, где-то? Да, она где-то тут. Но я почему-то ее не вижу. А, о, вижу. Вижу, вижу, вижу. Вас-то я и ждал, мистер Уинтерс. Это кто? Откуда вы меня знаете? То ли торговец из Доты. Таких, как вы, всегда все знаете. То ли клоун из ДБД. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок, вам не кажется, подозрительным? Ну, тут все подозрительно. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. А, открыть магазин. А, я раздобыл для вас особый подарок. Клинок самурая, наверное, да? Мы же купили дополнение. Так, кошелек герцога. Лемми. А, улучшать можно. Урон. Так. Сколько? 8000? Так, настолько нет. Так, а тут что? Ого! Нифига себе. Дополнительный груз. Как дорого-то все, офигеть. Улучшение мистера Вездесущего. Дополнительный модуль. Украшение для пистолета. Болтается и радует глаз. Получено из поля... Вот, да. Это, да. Да, это просто приколюха такая. Так, и тут... Что это? А, тут еще должен быть там какой-то клинок самурая. Вот он, клинок самурая, да. Мощный модифицированный пистолет, использующий антибиотическую технологию Вескера. Ну вот как раз-таки, вот это уже немножко нечестно. Потому что, ну, типа, получается, ты купил дополнение и из-за этого стал сильнее. Так что не хотелось бы эту вещь использовать, потому что без покупки дополнения, по идее, ее быть не должно. А я хочу максимально все усложнить. Так, а тут мы продавать можем, да? Чё покупаем? Так любил приговаривать один мой друг. Да, пока ничего. Счастливо. Пока выживаем так. Ugh.
Может, Роза здесь? Пятого января Редник доставил одного мужчину, трех женщин. Матерь Миранда, встреча с госпожой Димитреску. Герцог, деловые переговоры. Три дочки. Белла, Кассандра и Даниэла. А, дочери Димитреску. Точно, 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 точно. Показывали, да, их в трейлере, по-моему. Так, а куда нам? Куда нам лучше пойти-то? Мы-то можем еще вот сюда пойти. О, денежки. Лей, как Лей их называют. Безрезультатно, лифт не работает. Ну, тогда вопрос решен, куда идти. Угу. А не, ничего. Тут заперто. В Хитмане, похоже, домик был. Очень похож. Очень-очень похож. Красивый замок, ничего не скажешь. Это, видимо, вампир шарит какая-нибудь. Лабиринты Норштейна. Норштейн — искусный мастер 19 века. На родине он считался еретиком. Он долго странствовал, пока не поселился в глухой деревне. Там Норштейн построил 4 лабиринта: замок, дом на холме, водяное колесо и железную башню. Завершив их, он приставил пистолет к виску и покончил с собой. Лабиринты уникальны, и для управления каждым нужен особый металлический шар. В каждом находятся кристаллические кости, якобы останки 4 любимых жен Норштейна. Эти лабиринты — их могилы. Это вообще что? А, это, наверное, на реальный замок работает эта штука, да? Это пока мы не можем этим управлять, да? А вот сохраниться мы можем. Так, ладно. Отсюда мы, да, вышли? Давай дальше смотреть. Укрой маской слепой взор. Я не успел прочитать. Ой, это Ищешь Розу? Это плохая новость. Да, кровь. Что-то ну Псайба-то напомнил из Mortal Kombat 11. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. А ну-ка, посмотрим. О, Итан Уинтерс, ты сбежал от моего братца и его забав? Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама. Да. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Что вы делаете? Что? О,
подожду сколько хочешь, Итан Винтерс. Да, жизнь, конечно, судьба Уитона просто. Отпустите меня! Ничего, вы хотите сказать, что он сам сможет освободиться отсюда? Вот это... Ой-ой-ой. Так отор... Серьезно? Просто вот так вот оторвал? Свора чокнутых ведьм! Это жестко. Жестко, жестко. Так, а почему вот эта штука не работает? Это же рычаг, ну. Он не работает почему-то. Алый бокал. Нужно, видимо, на какой-то... поставить его куда-то, да, на кнопку какую-то. Так, вроде ничего нет. О, фрукты. Только что-то какие-то они странные. Девы урожая. А ну-ка. О, секрет. Погоди. Мы комнату еще не все осмотрели. Ого. Так, а тут закрыто, наверное, да? Да. Понял. Что же из этих ржавых запчастей собирается-то, интересно? Кольцо с бордовым глазом. Не понял. А вот это уже скорее напоминает даже, наверное, первую часть Резидента. Потому что там был такой дом, тоже средневековый, да? Куда они забрали Розу? И тоже были вот такие вот всякие загадки, да. Очень похоже. Ну хорошо, хоть рыцари не оживают. Опа. Ага, все, это тут мы уже были. Так, загадка что? С этими, да? Со статуями. Кольцо с бордовым глазом. Оно. Так, тут две, смотри, чего-то, да? Тут три, тут одна. Тут что-то другое, короче, нужно. Крымаска «Слепой взор» ангелов, чтобы спасти свою душу. Так, ну поехали на второй этаж смотреть. Вот сохранялка, я не помню где. Ну ладно, я думаю, ничего не произойдет с ним плохого. Надеюсь на это. Хотя, знаю эту игру. Ага. А, вот отлично, мы тут были. Где там?
Комната торговца тут даже есть. Нифига. Однако. Так, тут ничего. Главный зал. Ну-ка, подожди, а что там в комнате торговца-то? Надо глянуть. О! О-о-о! Мы снова встретились. Фига он огромный. Зачем вы здесь? Все-таки. Тут можно подзаработать. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да и, кстати, купите что-нибудь? Не, пока нет. Здрасте. Пока нет, но гляну. Может быть, изменилось у него что-то. Вот, тут, вот такое, да. Вот, аптечки, да. О, патроны, кстати, дешевые у него. Не обращайте внимания, что мы еще встретимся. Защищаться. А, так мы тут были. Просто он, ну, не сразу пришел. А, тут еще и сохранялка. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, пока что все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропускать новые видео, включайте у этого колокольчика все уведомления YouTube и не забывайте сами проверять канал на наличие новых видосов. Всем пока и хорошего всем настроения.